Итак, представляем вашему вниманию угловой аквариум, равнобедренный, с прямой передней стенкой. Ну, что хотелось бы сказать. То есть, ну, видим, да, в комплект аквариумного комплекса входит тумбочка. Аквариум. И подсветка. Значит, подсветка профессиональная, выполненная с двумя линиями ламп. Значит, основной свет и фронтальный свет. То есть фронтальный свет необходим для того, чтобы свет падал на рыб со стороны зрителя, скажем так, и подсвечивал рыбу. Основной свет делается для того, чтобы создать необходимый напор света, если это нужно, там, ну, в случае, если растение там, и так далее. То есть то для этого делается, ну, то есть вторая линия ламп служит как бы основным светом. В передней части подсветки находятся выключатели. В центральной части подсветки находится крышка, через которую аквариумист получает доступ, значит, кормит рыбу и так далее. Значит, чем удобны, что хотелось бы сказать, чем удобны угловые аквариумы? То есть очень часто в квартирах углы оказываются пустыми, незанятыми и так далее. Вот в этом случае, то есть очень хорошо заполняют эти пустые углы аквариумы. Вот, то есть они очень хорошо вписываются в этот угол, вот, и как бы заполняют его вот своим этим уютом. Профессиональная подсветка. Аккуратненько поднимем, чтобы было видно. Итак, вот сейчас видно, да? То есть она оснащена двойной розеткой для того, чтобы аквариумное оборудование можно было подключить, значит, непосредственно в подсветке, и не нужны были дополнительные шнуры, вот, чтобы это все не тянулось паутиной от аквариума. Вот. Ну, уже по опыту эксплуатации, то есть мы знаем, что это единственный удобный вариант. Все остальные варианты начинаются там поиск удлинителей и так далее. И в итоге вокруг аквариума создается такой ореол из проводов. Вот, значит, в центральной части покрывные стекла, которые при желании, то есть, снимаются, удаляются и производится чистка аквариума. Значит, аквариум оснащен косынками, которые крепят углы. Вот. То есть и являются как бы ребрами жесткости. И отбортовки для удержания покрывных стекол. Значит, подсветка одевается на аквариум из расчета, чтобы были закрыты покрывные стекла, отбортовки. И в верхней части аквариума всегда сантиметр воздуха остается. То есть до самых отбортовок никто не доливает. Поэтому, чтобы вот это эстетично смотрелось, то есть подсветка как раз осаживается на 20 мм, чтобы все это закрыть. Вот. И внешний вид аквариума был эстетичным. Значит, почему нужны вот эти вот плоскости? То есть, если сделать угол острым, то придется порядка 5 сантиметров заливать силиконом, что выглядеть будет неэстетично. Вот. Ну и не в каждый угол можно попасть, допустим, ну, моей рукой. Вот. Поэтому из технических соображений и эстетических, то есть как бы вот грани срезаются, угол срезается, как бы вставляется грань. Единственное, что эти грани не должны быть большими, потому что когда вы зальете воду, то есть эти грани будут зеркалить. Если их сделать большими, допустим, да, как бывают такие варианты, вы встречали на рынке, вы просто
из такой зрительной плоскости смотрите в такую, а боковые грани в этот момент зеркалят. Если вы встаете под таким углом, чтобы в эту грань смотреть, то остальные зеркалят. Что в эксплуатации, ну, допустим, есть такие же трапециевидные аквариумы, только прямоугольные, а не угловые, как этот, да? Вот. И уже эксплуатация многолетняя, да, опыт, как бы, то есть разговоры с людьми показали, что человек вроде берет такой аквариум, он ему пустой кажется очень привлекательным, форма необычная, но в ходе эксплуатации человек понимает, что он просто зрительное пространство себе срезал вот этими углами. И в итоге люди разворачивают в обратную сторону, вот. То есть то, за что они заплатили, как бы, да, вот, оказалось бесполезно. Поэтому в случае, если вот как в угловом аквариуме, да, нужно убрать углы для удобства сборки, вот, то в этом случае, то есть они делаются не сильно большими. То есть, чтобы оставить как бы основной экран просмотра целым. Ну вот и все, что хотелось бы сказать про данный угловой аквариум.